Hello. Мозг. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. Завтра будет круто. Звучит круто, вот смотри. Упади, тварь. Сори. Мама, здорово. Эй, маленький пушистик, я. Иди сюда, мне удалось поймать сигнал. Еще не могу запрыгнуть. Давай посмотрим, смогу ли я заставить штуку работать. Почти получилось. Прием, меня кто-нибудь слышит? Опа. Прием, да, мы слышим тебя. Мы из трущоб, мы пытаемся отсюда выбраться. И... Погоди, это ты с Балтазар? Момо? Не могу поверить, я так рад слышать твой голос, Балтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да, пш. Так. Мы в безопасности, пш. Мы нашли путь наверх. Прием, ты все еще меня слышишь? Добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Пш. Очень опасно, пш. Везде зубки. Ну как, прием? Черт, сюда попал. Так. Не могу поверить, Балтазар жив. Ему идут одним аутсайдером. Удалось подняться в канализации. Канализация самое опасное место в трущобах. Но если Балтазар выжил, то у нас есть получится. Шеймус. Вам ни за что в жизни не врываться через канализацию. Там всякие шут с зубками. Если быстро с ними расправиться... Они бы с вами расправились, особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом. Ничем хорошим это не закончилось. В любом случае, я тебя предупредил. Твои дела меня не касаются. Шеймус. Его отец, Док, был великим ученым. Он разработал какое-то новое оружие для борьбы с зубками. Несколько лет назад он направился тестировать устройство и так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. Шеймус, не слушай его. Он просто напуган, как я раньше. Если Док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упоминал секретную лабораторию. Должно быть именно там он над этим роботом. По всей Шеймусу может быть подсказка за мной. Шеймус, открывай, ну же. Вот, хотел бы нам помочь, ты его знаешь. Даже следовало ожидать, Шеймус очень переживает за отца. Он больше слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет, но вот тебе, кажется, у меня есть идея. Чё, куда залезть, куда пробраться? Ага, да? Вот возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. А вот Шеймус. Что ты здесь делаешь? Я же говорил, пробираться через канализацию, самоубийство, оставь меня в покое. Что это? Погоди, это моего папы? Ого, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната? Но где? Сейчас найдем. Опа, let's go. Я раньше начал этот цифровой код. Как я мог его пропустить? Понятия не имею, какой здесь пароль. 2511. Спасибо. Я вас первый раз вижу эту комнату, не могу поверить, что ему удавалось скрывать от меня это все время. Схема должна быть для его оружия против зубков. Папа всегда скрывал, на чем он работает. Он сказал, что в теории оружие должно работать, но его нужно испытать в реальных условиях. Он ушел с посылкой и так и не вернулся. Нашел что-нибудь интересное? Да. Так. Погоди, это я раньше уже видел. Это его трекер. Ваша сестра использует трекер, чтобы видеть, где я нахожусь. Может, мы сможем перепрограммировать трекер, чтобы понять, куда он ушел? Не поверить, что папа все еще может быть жив. Я так скучал по нему. Тебе нужно оружие против зубков, верно? Мой папа точно взял его с собой. Нужно только починить трекер, чтобы его найти. Кто-нибудь чтобы тебе поможет? Да ничего тебе поможет. Иди за мной и открою тебе дверь. Давай, ББ.
куда мне идти? Почему всю работу делает кот? Что за хал вообще? Я просто хочу к семье домой, котиком своим. Че, побежали? Все. Че за... Ай, котик. Вставай. В порядке, ничего себе падение. Док должен быть где-то рядом, осталось совсем немного. О, найс, жив. Тебе значок, откуда он у тебя? Я послал мой сын, о, Шеймус, мой умный мальчик. Я сегодня уже целую вечность пришел сюда, чтобы протестировать дефлюксор, но все пошло не по плану. Я хочу вернуться домой, я очень скучаю по сыну. Пусть можешь смотреть дом, но я понятия не имею, как выбраться из этого места. Чел, я все знаю уже. Просто дай мне свою штуку, хреновину эту. Я осторожен с дефлюкатором, он заряди, он взрывает зубков, как конфетти. Для работы этой крошки требуется гигаватт электричества. Единственный источник энергии, способный создать, это генератор за домом. О том, что он не запускается, наверное, пригорел предохранитель. Учитывая, что все вокруг кишит зубками, выйти наружу и чтобы починить, для меня слишком опасно. Такой быстро, как ты, если ты доберешь до генератора и заменишь предохранитель, я смогу взять дефлюкатор. За мной я покажу, что делать. Да я знаю, что делать, я уже все видел. Чел. Чел. Я уже все видел. Ну давай, давай. Вот же дыхантель. А. Ну, все, давай. Давай, давай, давай. Все, бывай. Пока. Уй. Все, let's go. Let's go, убить зурков. Why? Нужно к доху, да, я так понимаю. Не нужно просто, чтобы он сейчас свет вырубил. Видел, какая мощная штука этот дефлюкатор? Он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, я смогу установить дефлюкатор на твой дрон. Найс! Ура, рубить! Сработал дефлюкатор, установлен на твоем модном дроне. Найс!
Он значит для работы такого маленького источника питания, если использовать его слишком часто, он может сломаться. Я помню, это не игрушка, а теперь пошли в поселок. Я возвращаюсь домой, сын. Все, let's go.